Изобразительное декоративно-прикладное искусство туркменского народа своими корнями уходит вглубь веков. Уникальное произведение керамики, жанра изобразительного искусства, участвует в международных выставках. Изучение этого древнего искусства помогает нам создать целостное представление о славной 5000-летней истории туркменского народа. Чтобы понять современное искусство, помимо общих понятий, необходимо прочувствовать его изящество, изысканность. Отдельные виды искусства взаимосвязаны между собой и формируют единое понятие искусства. В творчестве туркменских керамистов ясно прослеживается гармоничное сочетание древности с современностью. Говоря об искусстве керамики, необходимо особо отметить, что оно вечно. Любуясь керамическими изделиями, созданными Солмаз Мухамедовой, способна оживить глину. Невольно задумываешься и убеждаешься в том, что в наши дни этот вид искусства достиг совершенства, больших высот. Туркменский народ во все времена умел высоко ценить искусство. Человек, влюбленный в красоту, не может пройти мимо удивительных произведений, рожденных природным талантом. Ведь в этих работах умело и очень талантливо передана гармония образов природы и жизненные перипетии человека. Богатство его внутреннего мира. Именно поэтому эти произведения вечны. В настоящее время, когда в национальной сфере искусства осуществляются коренные изменения, искусство керамики обрело свое развитие как современное декоративное искусство. Это керамическое произведение создано при гармоничном сочетании различных цветов красок и отличается особой художественностью. С развитием этого вида искусства развиваются и совершенствуются способы и методы создания изделий. Керамическое искусство неразрывно связано с жизнью человека. Керамические изделия, используемые во внутреннем оформлении жилища, в настоящее время обрели еще большую актуальность. Изящные изделия, созданные женщиной-мастерицей, это кувшины, халтикинские скакуны, неповторимые образы туркменских девушек, женщин, прекрасные цветы, чайники, пиалы вызывают чувство огромного восхищения. В ее произведениях особенно ярко чувствуется сочетание вечности и конкретного момента, как будто время расширило границы и возможности. Солмаз Мухамедова – одна из керамистов-художников, которая всеми фибрами души принадлежит искусству. Талантливый художник наряду с общей тематикой также работает, используя различные приемы выполнения проектов и с большим мастерством создает керамические работы. Будучи страстным поклонником красоты, художник никогда не лишает своей работы этического смысла и создает произведения различной тематики и разных объемов. В этом произведении рассказывается об истории туркменского народа, его национальном наследии. Цветовая гамма произведения также подобрана очень целесообразно. Художник не упустил из виду даже самые мельчайшие детали. Каждое произведение – это художница, это песня. Каждая деталь обусловлена ритмом танца, придающим радостное восприятие жизни, ибо творчество удивительного мастера – это выражение идеала красоты. Она обладает уникальной способностью перевоплощаться в своих произведениях и страстно увлекаться своей идеей. Произведения, созданные талантливой художницей, отличаются своей индивидуальностью, и это превращает созданные образы в отображение духовного мира художника. Художница, прекрасно знающая предмет, который собирается отобразить, овладела мастерством обобщения. Художник, тонко чувствующий природу, воплощает это в своих керамических произведениях. В ее миниатюрах каждая черточка отображает любовь художника к жизни.